В этой ячейке я прошу Python найти последовательность букв P, A, N, I, после чего одну букву либо К, либо Ч, одну, после чего от одной до бесконечности букв, любой буквы алфавита, русского алфавита, в нижнем регистре. И ищу я все это в строке с индексом 480 в столбце анонс L. И действительно, там есть слово «паники». Теперь попробуем применить это регулярное выражение ко всему столбцу анонс L. Для этого я использую безымянную функцию. Синтекс ее следующий. Сначала прописывается функция play. Дальше имя безымянной функции лямбда, как ни странно. Дальше аргумент. Аргумент может иметь любое название. Аргумент – это то, что я забираю из каждой ячейки столбца анонс L. А поскольку я забираю оттуда текст, поэтому я называю его текст. Мог бы его назвать анонс. Но тогда и здесь я поменял бы на анонс. Потому что именно то, что я забираю из каждой ячейки столбца анонс L, попадает внутрь функции findAll регулярных выражений. Функция из каждой ячейки берет текст и помещает его в регулярные выражения. Смотрит, есть ли то, что я ищу в этом тексте. Если есть, то выдает список найденного. Если нету, выдает пустой список. Если я запускаю эту ячейку, получаю ошибку, потому что некоторые новости не имеют анонса. Надо избавиться от миссингов в столбце анонс L. Я избавляюсь. Две ячейки содержат миссинги. Вот они. Сохраняю в новый датафрейм без этих ячеек, ну точнее без строк.